Давай, скипай. Или все же хочешь поиграть на лучшем Dark RP сервере в Garry's Mod? Для этого у нас есть собственная карта, недвижимость, больше 45 профессий, машины, фракции армии и много других систем. А для более приятной игры мы даем тебе специальный промокод на донат «Старт». Увидимся на сервере, новичок! Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Здорово! Помнится, мне на канале выходили ролики такие, где я рассказываю о каких-то байтах, которые помогают вам спровоцировать на нарушение почти любого человека. Всегда эти байты были безобидные и делались только по желанию самого нарушителя. Мы никогда никого прямо не принуждали нарушать, но если нарушение происходит, то почему бы не подать жалобу, правильно? Этот байт пришел ко мне в голову случайно, потому что я решил замаскироваться уже не под донатного администратора, а под челика, который имеет специальную привилегию, которая дает ему возможность просто из Q-менюшки доставать какие-либо нужные ему предметы. Но сначала мы поиграем с ролью администратора, понаказываем нескольких человек, нарушим саморазбор так, что нам за это ничего не прилетит. Чего, вы, наверное, подумаете, саморазбор и без бана после этого? Без купленного разрешения? Это что-то из разряда нереального. Я примерно понял, как это делать легально, без покупки разрешения, и поэтому потом когда-нибудь я вам расскажу и покажу. А пока наслаждайтесь видосом. Сегодня я играл на сервере Infinity RP, IP, группа, а также Дискорд с промокодами у вас на экранах и в описании. Печальная гримаса тупого пса. Лицом к серу. Ни хрена себе! А как это вообще произошло? Что за модели поломанные? Я вот всегда об этом говорю, это бич этого сервера. Поломанные в сраные модели, которые, ну, ты просто не можешь никак пробить. Ты по ним стреляешь, а урона ноль. Печальная морда гримаса. Морда в пол. Морда в пол. Или морда смерть. Две обезьяны. Ты меня где-то подвесили. Ебать, там чего украли. Давай так. А зачем? А зачем они это сделали вообще? Ща почекаем. Типа, меня взяли, в наручники заковали. А для чего? Со мной ничего не сделали, просто я так и не понял. Саморазбор пошел, да, сейчас будет саморазборчик. Блин, а где бы тут? На детской площадке будет символично. Что там? Редукс, кажется, или кто меня, да? Редукс? Да, редукс это был. По классике, по классике. Я не понял, зачем меня связывали. Что там, правила по кафу есть? Ну, смотрите, мы его подвисаем, и потом нас там копы прибегают, и кибермафия там была. Мы начинаем убегать, чтобы они нас не убили, ну и потом умер. Я у него хотел 10... Возвращаем. Вполне себе адекватно. Его спалили, и чтобы его не спалили на том, что вот он кого-то там тащит в наручниках, вот, он типа пойдет, его оставит и уйдет по своим делам дальше. Нормально, нормально. Особых неудобств это не доставило, вполне себе объяснимо по РП. Денег надо? Ну, если можно. Конечно, можно. Да. Скидываешь бабло, десятку сюда. Бегом. Давай, скидывай десятку. Молодец. Все. Сиди, кукуй. Слушай, а у тебя лагает, когда ты запрыгиваешь вот так, смотри. Когда запрыгиваешь, у тебя лагает здесь, на паркуре? Давай, проверим. Вот слезь, еще раз. Ну вот на любую возвышенность, вот здесь, вот просто по карте, когда ты на крышу какую-то забираешься. У тебя лагает? А у меня да, вот я если сейчас вон туда, смотри, заберусь на эту крышу, у меня будет так же лагать. Дебил? Че это было? Нахер стрелять-то по мне начал? Дурачок какой-то. Кого я бахнул? Бенджамина или нет? А, Гархок какой-то. Ой, больно. 10к на пол, раз. 10к на пол, два. Откуда у меня 10к эти... Это на сейчас пол. Кину, погоди, сейчас кину. И ты тоже. Сюда, не развязываемся. Сейчас, погоди. Давай. Не развязываемся.
10 тысяч скидываем. Раз, два. Сейчас, сейчас. Три. Скидывай. Все, тусуйтесь. Изи двадцаточка. Че, ребята, где гетто? Че же гетто такое жидкое? Брандл муха, ты повсит на тебя ЖБ. Хорошо. Здорово. Короче, помнишь, ты меня в банке ограбил? Там прикол в том, что там еще один человек был, типа ты нас двоих ограбил, так нельзя по правилам. По правилам, в смысле, нельзя. Нормально, кто это делает? Ну я вот смотри, могу, получается, ж грабить. Так, а что они так сделали? Грабить. Хорошо, что они так сделали, подскажи. Пусть админ ты скажет. Ты не можешь сразу двоих грабить. Я правила профы какой-то нарушил или что? Ты двоих ограбил. Так, хорошо. Где написано, что это нельзя делать? Подскажи, я поищу, посмотрю. Один ограбил двоих. Правило ФРРП, ПГ не нарушено было. НРП. Где то, что я сделал, прописано в правилах? Процитируй, ПЖ. Пункт правила какого-то. Ну, где пишется дословно, что я не могу грабить двоих. С учетом того, что они там связаны, да? А вы же оба были связаны в наручниках. То есть у вас ФРРП отключен. Ну да, я как бы одного связал, заметил, услышал то, что выходит из банка второй, его тоже связал. И тогда я им всем пригрозил отдать мне по 10к. Плюс 20 получается. Это не будет нарушение. Ну вот я о том же, просто правила элитной мафии читал, и я как бы, ну, не вижу тут ничего такого. Ну ты же двоих, наверное, грабил без наручников, а я в наручниках это делал. В наручниках я кого-то заковываю, у него ФРРП отключается, то есть он может, не может мне сопротивляться, не подчиняться и так далее. То есть уже хоть я, хоть троих, хоть четверых буду тогда грабить, похеру. Какое конкретно правило? В запретах тут написано «может, не может». Я не вижу такого, что нельзя мне грабить двоих подряд. Ну все, тогда я могу возвращаться? Все. Вернулся. Опа, а вот сюда можно, можно попробовать протиснуться. Эту тусню. Привет. Десяточку скидываем раз, десяточку скидываем два, десяточку скидываем три. Нету денег у тебя? Хорошо, сейчас проверим. Ты, если что, не двигайся, когда я тебя развяжу. Тихо, тихо. Нету денег у него. Пиздец. Десяточку скидываем. Раз, два и три. Прикольно, ты полицию умудрился вызвать, да? Нападение. Ладно, окей. А когда он успел полицию вызвать-то, мне интересно. Привет, 1ЛЗ. 1ЛЗ, ты тут? У меня вопросик такой. На Зеленой Поляне, помнишь, домик такой был с лестницей? А, да, было, да, 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 да. Там да. Вызов какой-то пришел от человека или, или да, что? Помогите, да. Вызов, помогите. А ник не помнишь? Вот этот мелкий за хлебом, да? Жалоба на меня какая-то? Не, на тебя нет никакой жалобы, все нормально. Ты сделал то, что нужно от тебя. Все, вопросов да, нету. Да, 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 без проблем, удачи. Отлично. Ну, номер П получается. Привет, а подскажи мне, пожалуйста, одну такую вещь. А как ты умудрился, будучи под шокером, в наручниках, при человеке, который на тебя оружие наставляет, ты тут же по-быстрому написал в 911? Тебе было сказано не двигаться, ничего вообще не делать, просто стоять смирно, но ты берешь и вызываешь 911. Нормально все с тобой? А, хорошо, у тебя бан идет за НРП. Удачи. 10 минут посидишь. А почему мне должно быть весело, подскажи, пожалуйста. Ты нарушил правила. Я тебя не могу наказать, по-твоему? Хорошо, посмотрим. Типа угроза. Ну мне по*** на эту угрозу, что мне сделать? Ну зайдет у меня с какого-то супер крутого донатного аккаунта, забанит. И что дальше? Ну то есть, что должно быть дальше? По идее, что должно, ну, произойти? Типа, вау, я был под прикрытием, я тебя поймал на нарушении, которого нету. Или что? Я просто не понимаю, что он этим хотел сказать. Типа, блин, на понт взять или что? Ладно, хер с ним, если он там о чем-то мне рассказывает. Иван, Гольжа Сатору? Здравствуйте, иди, пожалуйста, подойди к фонтану. Тогда иди к этому. Да, к этому. Да что ты делаешь? Все, 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 сбрасывай телефон, сбрасывай телефон. Телефон сбросил раз, телефон сбросил два, телефон сбросил три. Нет. Давай. Все, давай. Десяточку скидывай. Сатару жижа. Давай, скидывай. Десяточку кидаем раз, десяточку кидаем два, скинул. Десяточку... Хорошо, Сатор, уже же, давай, отдыхай.
Окей. Говно, как? Что? Смотри, я, что я сейчас это? Я сейчас на жалобу, что погоди. Это? Ну это вообще-то, ну нахуй это, ну да, это, ну нахуй. Встань, раз! Встань, встань! Чего? Чё надо, долб***? Ты баран. Ты долбоёб ебаный. Это ты долбоёб ебаный. Нахуй ты меня второй раз заковываешь, гидроцефал ебаный. Так ты и так не закован, вот смотри. Я закован вообще-то, дебилы ебаные. Что вам надо от меня? Ну, украсть тебя хотели, а теперь ограбить. К стене вставай. Ладно. Петька, на пол скидывай. Сейчас. Деньги собрали? Давай. Нахуй меня заковываешь, баран ебать. Я деньги отдал. А вот, объясните, пожалуйста. А что мне делать против таких оружий, которые, ну, супер имбаланс? Что мне делать? Там буквально миллиард скорострель на секунду. Урон, кстати, ну, я б зачекал. Да. Я хочу зачекать урон этого оружия. Мне очень интересно, сколько по мне дамажит. Урон. 6000, сука, урона! 6000 урона, сука, это что? Не развязываемся, иначе убьем. Десяточку скидываем раз, десяточку скидываем два, десяточку скидываем три. Полудурок, я скинул десятку? Не скинул. Ну хоть 2500 заберу. Открывай. Давай, R-ку нажимай, а он наш. Ладно. Серьезно, мы ради вот этой нищеты 50 тысяч дали, ладно, жалко. Пи***ть твоя нищета. У меня нету ее. Ну как же нету? Ну если хорошо пораскинуть мозгами, тебе это, конечно, недоступно. Поймешь, что есть у тебя. Отлично. Здорово, ну, у тебя давай, РДМ и НРП. А, давай, нищета, откидывай меня на 10 минут. То есть... А, ну ладно, 30 минут за оскорбление администрации. Давай, откидывай, все. Не хорошо, плачь, давай, долб***. Сейчас ты полетишь. Давай, давай, масенький, не плачь только. Да ладно, что плакать, всего лишь банчик. Давай, масенький, не плачь. Хорошо, не плачь, хорошо, масенький. Хорошо. Да, не плачь. Будь мой, кстати, отключи. Не бойся, что тебе 11 лет. Я потом как-нибудь отключу, хорошо? Кстати, получается, собственную жалобу разбираешь. Хорош, чел. А ответь на вопросик, пожалуйста. Почему ты вообще начал оскорблять заложника и убил его? А, ну, потому что, типа, реально, за какую-то непонятную нищету просто 50 тысяч отдали. Ну, а в ответ уже пошли оскорбления. Ну, и что-то там начал ты пукать. И я тебя убил просто, чтобы ты заткнулся. А, хорошо. Ну, это получается неадекват. Ну, ок. Ну, типа, поплачь, чел, окей. Ну, типа, чел, поплачь, типа, чел, нищета, чел, поплачь. Листочек поменяйте, пожалуйста. Да. Поменяйте, пожалуйста, листочек, неинтересно да. Слушать. Абсолютно ноль интереса. Давай, ББ. Ну, че, давай, поплачь, окей. Сними его и смот, и все, давай. Позвал бы, я не знаю, хоть кого-то, чтобы разобрал эту жалобу, но ты решил сам это сделать, окей. Вот ты, конечно, нищета, даже выдать бан не можешь. Купил спонсорку, получается, да, за сколько тут, за 3, за 2600, не знаю, за 3500, да, плюс x8 донат, это тут даже вообще легкотня. Ох, ладно. Он, фига, мне про нищету полетели. Говорит челик с випкой, которая имеет всего лишь сколько? 15 часов наигранных. Ой, насосанных в АФК. А. Бывает, да. Это комедия пиздец. Я такой клоунады еще никогда в жизни не встречал, когда челик с випкой считает себя вообще за человека на этом сервере. Закрой ебало уже нищий. Малоимущий, малоимущий. Я тебе гуманитарную помощь завтра оформлю, опять твое ебаное село. Будешь уже нормальную еду хавать, а не ебаные пельмени просроченные в кредит взятые. Так я не хаваю пельмени, я хаваю мидии. Какие нахуй мидии, блядь, смешно, наверное. Морские. Да, морские, да, морские мидии. Не веришь, да? Я просто в медийном ресторане работаю, короче, и хавы там. Да, просрочку списанная нахуй тебе скидывают, чтобы ты похавал. Я просто скинули то, что с тарелок осталось, блядь, и ты сидишь жуешь еще. Тебе для начала нужно хотя бы школу окончить, чтобы это понять. Так школа уже и универ давно позади. Еще ты меня, дурачок, жизни не учил на Dark RP сервере, пиздец. Как много самомнения. А так мало того, кем ты по факту являешься. Давай, выведите мне. Все, спасибо. Он реально думает, что мне 12 или 10 лет, чикаго. Шо, блядь, поехавший долб***. Если бы ты, ну, на нормальной работе работал, имел бы ИРЛ, нормальную жизнь, ты бы в этой игре, сука, не сидел бы, не доказывал какому-то челику рандомному, который тебя просто хочет за что-то забанить. Ебаные бичебразы гаррисмодовские. Сука, сколько самомнения, вот, много. И как мало того, кем они по факту являются. Ну, что там? Где эти штребухи ебаные?
Сейчас. Я как понял, они банк грабили, да? Они банк грабят, короче. Но если вы внимательно посмотрите, вы поймете, что я в сторону банка как бы даже не иду. Да, я прохожу мимо него, но я туда же туда не поворачиваю, к этому банку. То есть мне похуй на то, что там происходит. Но ему, видимо, просто нужна причина для ДМа, да? Я, короче, щела убил маньяка, он мне написал, да, он бесмамный. И в чем он не прав? Здорово. Так у нас рейд. Вопросик. У меня рейд. Рейд у тебя? У меня рейд, что ты... У меня РП. Ну все, не плачь, сейчас верну тебе. Ну вау. Так этот админ меня... Где кто? Где кто? А. Так, нормально. Блин, какой же увлекательный геймплей. Пушка с 6000 урона. Просто пиздец. Там Минато всех убила. Там я всех убила. Что они... Что он делает, блядь? Хотя вот этот админ... А чё, там никого нету из наших. Шокер есть. Шокер есть. Той шокером... Если Минато зайдет, ты ебашь его шокером. Так я его и так сейчас убью, когда он... Даже банк не грабят, нахуй. У тебя даже рейд банка не идет. Полудурок ты. Всё, короче. Хорош. Настрелялся ты. Что ты делаешь? Настрелялся ты, понял? Сколько ты там человек успел загасить? Что я делаю, да я тебе объясню, не перебивай меня. Короче, причина тех РДМов, что ты оформил возле банка. И там некоторые стреляли. Свидетели чего? Там некоторые стреляли. Ограбление банка. Я тэпнулся туда, там нету никакого ограбления. Вы стоите там вдвоем ограбление. Просто в банке. Кого там ты банк грабишь? Захвачен, точнее. Там банк захвачен. Захвачен банк, ты совсем ненормальный. Банк грабить в этот момент там еще нельзя. Нету пишет, ограбления банка. Захвачен. Ты какой-то больной. Короче, все, у тебя получается РДМ. Сейчас я почекаю, сколько ты челиков убил. Да, да, они по нам стреляли, да. Я на себе убедился, как они по нам стреляли, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, потом одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ты что, больной совсем? Первое предупреждение, иначе у тебя будет неадекват. Веди себя нормально и не убегай какой никуда, пока мы разбираемся. Даже РД какого нет. Я логи почекал, у тебя, ну, просто очень много РДМов, правда. На месте, стой, не уходи никуда, я тебе дал уже предупреждение. Сколько раз тебе говорить об этом? Вот смотри, от тебя идет килл. Раз, идет килл, потом еще килл, третий, четвертый, пятый, шестой. Да, я их как свидетелей убил. Седьмой. Восьмой. Я их как свидетели убил. А что ты орешь-то, истеричка, господи? У тебя МРДМ истеричка выходит. Алло, можешь ко мне тэпнуться, пожалуйста? Меня просто админ с МассРДМ хочет забанить. Так у тебя и выходит МассРДМ. Вы не я грабили банк. Я человеком захватил банк. Там уйди, по мне пожалуйста. Просто гостики стреляют. Уйди, пожалуйста. Я их всех убиваю, он меня во время ты РДМ можешь тэпнет, адекватнее тэпает, себя вести и не орать в микрофон? Сколько тебя просить уже можно? Успокойся. Ты бегаешь по админзоне, горланишь. Чтобы ты не бегал ты никуда, делаешь? Я тебе 300 раз уже русским языком сказал это. Что ты делаешь? У тебя выходит МРДМ, потому что вы заняли банк. Какой чисто для того, я чтобы... Я как свидетели убил, они по второе мне стреляли. Предупреждение, веди себя, пожалуйста, адекватнее, не перебивай меня. Они по мне стреляли. Так, МРДМ у тебя выходит, потому что ты расстреливаешь всех, кто проходит мимо банка, я либо находится недалеко. Третье предупреждение, у тебя неадекват. Хорошо, я сейчас пропишу форму, и тебе выдадут неадекваты МРДМ. Форму? Где у меня МРДМ? Ты меня во время РП тэпаешь. Хорошо, я тебе объясню, почему у тебя был МРДМ. Ты хочешь это услышать? Я их убиваю, потому что они... Хорошо, ты стреляли. Не хочешь этого слышать, у тебя выходит МРДМ. Так они меня по мне стреляют. Ты истеричка, ты истеричка. Ты либо слушаешь, либо так ты просто бан получаешь. РП тэпаешь. Какое так РП? У тебя идет РДМ систематически, без особых на то причин. Ты нарушаешь правила сервера в размере 5 раз. Была.
У меня причина была. Я тебе еще раз говорю, вы не грабили в этот момент банк, не было никакого ограбления банка, не шло. Захватили его. Да, захватили банк. С какой целью? Ну да, мы с какой целью ты захватил банк? Он захватил банк, чтобы за него выкуп дали, или как там было? Захватить банк, чтобы выкуп за него дали? В чем вообще прикол этого? Так хорошо, где у меня Мастердем? Они по мне стреляли, я их убивал за то, что они по мне стреляли. Они еще моих товарищей убили. Я чекаю... Адверт-логи, я чекаю адверт-логи, я не нахожу ни одного это оповещения адверт, о том, то, что вы захватили... Даркнет. Хорошо, Даркнет даже, хорошо, даже Даркнет-логи. Я листаю Даркнет-логи, я не нахожу ни одного сообщения о том, что банк был захвачен, и вы хотите за него какой-то выкуп. Тем более, банк захватывать не имеет никакого особого смысла, потому что банк создан для ограбления и для профи банкира. Почему сказал, что банк захватывали? Также банк создан для профессии банкира. Он не предусмотрен для захвата какого-то. Это место просто, в которое приходят бандиты какие-то от трех человек и грабят его. Нажимают Е на entity банка, получают бабло, отбиваются от людей, которые приходят защищать банк, и уходят, нарубив капусты, либо не уходят. Вы же просто заняли этот банк, и вы ебашите всех, кто там проходит мимо. В том числе, кстати, и меня. Я тебя прекрасно понял. И потому что ты просто так, типа, захватил территорию какую-то, которая для этого совершенно не предназначена, у тебя выходит Мастердем, потому что убийства у тебя не были с особой причиной. Адекватной причиной. Вместо этого ты просто летаешь по гетто и убиваешь всех, кого видишь неподалеку от банка. Так я с ним... С Шон Вик, я тебя понял уже, все, давай, пожалуйста, без каких-нибудь там еще рассказов. У тебя был уже три предупреждения, у тебя идет еще так же неадекват, потому что ты орал, перебивал, убегал куда-то. Недели 12 часов у тебя выходит. Может, ты мне просто так бан выдать хочешь? Да, да, я тебе хочу бан выдать просто так, да, вот потому что ты мне не понравился, конечно. Конечно. Да, конечно, не потому что ты правил понарушал на неделю бана, а даже по-хорошему две. Никакие даже не нарушил. Да, ты правил никаких не нарушил, потому что ты правил никаких и не знаешь. Вот потому ты и не нарушил ни хрена. Так это ты правил не знаешь. Хорошо, раз я правил не знаю, ты можешь меня зайти в Дискорде, да, провести опрос на знание правил. Но я сомневаюсь, что я зайду туда по запросу какого-то челика, который она нарушала МРДМ. Чего? Зачем мне тебя опрашивать? Ну, раз тебе незачем меня опрашивать, тогда смысл того, что ты тут изрыгаешь мне в чат? Объясни, пожалуйста. Ты вместо того, чтобы... Нормально меня выслушать, что я тебе говорю. Ты орал как истеричка, поэтому у тебя выходит 2 недели бана, 12 часов по причине МРДМ плюс неадекват. Всего доброго. Сейчас направлю форму на то, чтобы админу я подписал. Пропишите форму, пожалуйста, кто может ему. Все, спасибо. Не хватало, чтобы он еще был какой-нибудь донат супер админ, там какой-нибудь жесткий просто донатер. Вот этого действительно не хватало. Поменьше будет эта оружка на 6000 дамага пулять направо-налево. Этим взламывают. Прикольно, при тебе двери ломают, я понял, да? Пиздая полиция, да, у нас в городе. Просто огонь, супер кайф, блядь. Пиздая полиция, которая похуй на взлом, блядь, при них. Я в... В прошлом видео, как вы помните, я здесь пытался замаскироваться под обычного челика, который просто только-только начал играть, купил там себе какую-то админочку, прошел верификацию в Дискорде. В этот раз я попросил выдать мне другую привилегию, а именно это не админка, а привилегия, которая позволяет тебе просто выдавать какие-то предметы, будь то транспорт или же какое-то оружие из Q-меню. Поиграл я какое-то время с этой привой, понял то, что это залупа редкостная, потому что не все оружие выдавать можно, а то, что нельзя, нужно докупать еще отдельно. Из действительно стоящих там буквально пару-тройку штук, которые для себя выделил и постоянно спавнил, которые мне пригодились для моего гениального еще одного байта, который вы не так часто встречаете в последнее время. Начнем с того, что я могу спавнить машину, и это самое важное в этом байте, без него ничего не получится. Машина считается моей собственностью, значит на нее также распространяются правила самообороны при защите своей собственности, то есть если кто-то там, не знаю, лезет в мой дом, пытается сломать окно, проб, который стоит в моем доме, я могу за это начать дэмить челика абсолютно легально. То же самое и с машиной. Если кто-то без спроса в нее садится и уезжает, это можно считать за угон и можно начать защищать свою собственность. И делать это можно абсолютно любыми методами. Берданка? Нет, он с нами... Да быстрее! Стеночки. И куда ты сел? Стеночки, Стеночки. Едем. Что это? Откуда машина тут?
Откуда тут дебил? Машина? Ну, блин, можно сесть? Откуда там машина это? Тут? Я тут? Я он не в машину. Записал. Сейчас вы у меня все улетаете. Извиняюсь. Сядь, не могу сесть просто. Ну что ты? Куда ты садишься? Видишь? Еще один. Хотя никто не просил. Еще. Еще один сейчас пошел. Я нахожусь на спавне, чел стоит у меня машину ебашит просто так этим, станстиком. Я на территории спавна, грубо говоря, находился. А мне ни дамага, ничего нельзя было нанести, ты понимаешь, нет? Вышел с территории спавна. Куда? На метр я вышел, и все. Потому что качей, я не могу находиться на улице по правилам. Ну, если вы в РП-зоне говорили, получается, человеку вот себе наказание... то у вас также идет нон-РП, как и у него. Почему? По подожди, у нас РП никакого не было, потому чтобы что... переводить на нон-РП наказуемо. Нет, как раз-таки возможность починить машину, как он сел в машину, это и есть РП-процесс. Какой это РП-процесс? Чел неадекватно пользуется оружием, садится в чужую машину, что не предусмотрено, точнее предусмотрено правилом нон-РП. Поедет она или нет, это, конечно, ты прикольно придумал. Ты каждую машину, которую ты видишь на улице это в жизни, пробуешь. Это тоже относится как РП-процесс. Какой это РП-процесс? Я просто машину только-только поставил. Я хотел в нее сесть, на нее накидываются сразу, как, не знаю, впервые видят вообще этот баги из HL2. Я говорю, не надо, выйдите. Челы сидят, я убираю, заново ставлю. Какой это РП? Процесс. Типа ты в РП, ну, РП-процесс то, что сравнимо с жизнью, но я машину поставлю какую-нибудь, открою, в нее что, набегут, сразу сядут какие-то левые рандомные люди, другой еще чинить ее будет таким образом. Я не просил никого это делать, давайте я никого не звал. Сделаем немножко иначе, давайте я позову сейчас высшую администрацию, стоя куратор на сервере, он сдаст точный вердикт. А да, вы не ослышались, то, что он лупил по машине станстиком, он думал, то, что это РП-шка, в которой он чинит машину, которая не едет. Очень похоже на механиков в Ростове. Но все же никто не просил его ремонтировать. Слышишь, какое РП было? Объясни, пожалуйста. Я машину ставлю, хочу в нее сесть, вы в нее бегаете, садитесь, и потом я ее убираю. Какое тут РП? Ты вообще как, адекватный, привет, нет? Привет, смотри, вот у меня появился вопрос, скорее недопонимая с человеком, будет ли это РП-процесс? Подожди, но если ты сам выяснил, что действие его это НРП, какой тут РП-процесс? Ну, даже нарушение правил может влести за собой РП-процесс. Подожди, какой РП-процесс? В том, что я на спавне, ну, возле спавна, чтобы никому не мешать, пытаюсь машину поставить, чтобы сесть в ней, досидеть каче и поехать дальше, я чтобы меня не стопали. Я поэтому и позвал вышку, чтобы решить... Не-не, я не договорил. Я не договорил. Какой РП-процесс в том, что я хочу машину поставить, сесть в нее спокойно, чтобы мне никто не мешал. Но когда я ставлю машину, в нее напрыгивает просто нечто какое-то непонятное постоянно. Садится в нее, пытается куда-то уехать, блин. И потом, когда я прошу выйти, не выходит, мне приходится машину убирать и спавнить заново. И потом еще кто-то приходит, садится в нее, выходит и начинает ее лупить палкой. Какой тут РП-процесс? А ты не пытался ее там, допустим, машину в другом месте заспавнить, а не прям у пути, ну, у путя выхода от спавна, нет? Я никому проход не загораживал. Пытался садиться в машину, да? Ну да, я ставлю машину, в нее сразу садятся. Подожди, стой. У меня, соответственно, вопрос. А нахера ты пытаешься садиться в машину, да? Условно, потому что по правилу выдачи оружия, да, Кимми Плюс может выдавать себе машину, да, только себе. И ты тем самым провоцируешь его на нарушение. Он сразу удаляет машину. Ты считаешь это адекватным? У него РП-процесс, он вышел даже из машины, чтобы проверить, едет она или нет, и он думал ее своеобразно починить. Знаешь, как починить? Поебать по ней станстиком, блядь. И он пытается объяснить то, что у меня тоже будет НРП. Ибо я говорю ему, чтобы он себе выдал НРП, когда у него был РП-процесс, блядь. Тест-драйва у тебя РП-процесс был или чего? Понимаешь, я не жадный, если просто ко мне спокойно в РП-процессе сядет на машину, я против иметь ничего не буду. На спавн, тэпните меня. Покажу, где я это пытался сделать. Я вот здесь стою, я вот здесь ее спавню, вот смотри, вот так вот где-то. Ну, я ее сюда отодвигаю, чтобы не мешать никому. И я пытаюсь как бы в нее сесть просто. И я не могу, потому что в нее ну, начинают запрыгивать, блядь, непрошенные гости. Я наоборот стараюсь ну, не мешать. Такое себе РП будто, кстати. Я ну, думал, это где-то у дома. Личком к стеночке, гражданин, личком. Он мне доказывает то, что я якобы в РП-зоне делал. Тогда почему на меня ни один мент, вот этот, например, тогда не сагрился? Ну, получается, Зерикс, у тебя на НРП?
Здрасте, здрасте. Здорово, крутой ты. Здрасте. 5к на пол, 5к на пол. Я сейчас бабки скину, и мы застрянем оба. Прицепи меня, отойди. Прицепи к полу, отойди, я деньги сейчас скину. Не-не-не-не, давай. Ага, короче. Прыгай, прыгай туда, прыгай. Заходи, пошел, пошел туда. Короче, я давай, умру. Прыгай, тебя веревка спасет. Я умру, спасет, если я сейчас развяжусь. Прыгай, 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 я тебе говорю, тебя веревка спасет. Молодец. Будем мстить, получается. Ага, угнал. Давай, давай, покатайся, пока можешь. Наездился. Все, я придумал легальный РДМ. Да, это моя машина. Здравствуйте. Да, привет. Убили данного игрока. Он меня ограбил, я ему мщу, и он угнал мою машину. Я не крал твою машину, мне ее украл другой человек. Хорошо, ты катался на моей машине без моего разрешения. Я считаю это угоном и посягательством на мою собственность. И еще ты меня ограбил. Мало еще причин для того, чтобы тебя убить. Назови еще причину, кроме ограбления. Я снежу. В смысле? Ты, ну, Другалек, это не так работает. Типа, чем больше причин, тем больше шанс, что ты получишь наказание. Достаточно одной причины даже, чтобы ты улетел. Мне за одну какую причину? Я говорю, ты ограбил меня, ты отнял мои деньги и катаешься на моей машине. Это ли не причина для убийства? Нет, не причина ограбления. Я тебе машину, во-первых, не крал, я украл. Ты катаешься на моей машине без моего разрешения. Ты причастен к угону моей машины. Ты украл мои деньги, ты ограбил меня и нанес мне ущерб, когда я тебе отдал бабки. Ты меня скинул, грубо говоря, с пятиэтажки. Не скинул, ты все равно, ты же не упал. Я развязался и упал. Это все причина того. Твои уже проблемы, что ты развязался. Нет, упал, это твои проблемы, что ты все равно начал мне наносить ущерб. Я развязал, чтобы тебя спасли люди. Твои проблемы, что ты наносил мне ущерб, когда я тебе отдал деньги. И ты угнал, грубо говоря, мою машину, зато ты улетел. Смотри, насчет ограбления, я здесь я поспорить могу, а насчет того, что он угнал, считай, твою собственность, это в 1.1.2 пишется. А то, что если вашей собственности угрожает или угрожение, это подразумевается там. Украли что-то, еще что-то взломал. Да, с этим я могу согласиться. За ограбление я могу отомстить человеку, который нанес мне ущерб. Это как бы как-то наказуемо. Не-не-не, вроде бы за месть, РП-месть что-то дается. Только за арест и за попытку ареста нельзя мстить, за остальное можно. У меня все было сделано по РП. Все у меня просто прекрасно, ни к чему не докопаться, понимаешь? Ты ограбил меня, я тебя запомнил прекрасно. Кто ты, как ты выглядишь, цвета твоей одежды. Я за тобой проследил, увидел, что ты еще и катаешься на моей машине на пустыне. Прикольно. Тем более, свидетелей особо и нету. Меня там никто не увидел. Не, один свидетель был, кстати. Один меня там был. Никто не увидел, никто тоже. Не понял, откуда прилетело. И не поняли, при ком, кто меня увидел, еще раз спрашиваю. Кто убил, увидел меня? Ну вот и я не знаю, меня никто не заметил. Я же сразу написал уже Б. Ну понятно. Я сразу возродился, я не увидел. Понятно, админ, что думаешь? Вообще закрывай, жавай жабу. Всем разговаривать бесполезно. Да, конечно, со мной бесполезно. Я-то прав, а ты нет. Возвращай меня. Угнал машину мою. Да, с этой картой челиков я просто никак не обыграю. А где моя машина вообще? Куда она? Какой-то мудак опять ее, сука, угнал. Мне что, весь город разъебать надо, чтобы никто машину мою не брал? Защита своей собственности. Какой собственности? Машины. Она уже не твоя собственность. Чего, чего? Ты умер, ты про нее должен был забыть. Чего? Ну, наркоказ, то, что ты не забываешь только место своего жительства.
Я живу этой машиной. У меня кроме нее нихуя нету. Я забываю только своего убийцу и все обстоятельства смерти. Кроме дома, друзей и обязанностей. Абсолютно все. Кроме дома, друзей и ваших обязанностей. Ну, обязанности мои. За машиной, за своей собственностью следить. Так же, как и за маником тем же самым. Это тоже моя собственность. Стой, Лаки, вопросик маленький. Смотри, человек, получается, умер, остался тачка его. Если его тачка, он приходит, меня, типа, убивает, тоже защита своей собственности. Разве он помнит меня? По правилам, нет. Почему нет? Помню, конечно. А, ну все, хорошо, встречаю. А у тебя разрешение на саморазбор есть? Выйди из машины моей, выйди из машины моей. Можете помочь, у нас бомба. Выйди из моей машины. У нас бомба, Как сесть? Как сесть? Выйди из машины. Кто не сядет через 3 секунды, я уезжаю. Выйди из моей машины. А это точно твоя машина, я ее взял, она сидит. Я по-хорошему прошу, выйди из машины моей. Точно твоя машина, по-моему, моя машина. Не. Трон от хипа. Ну я тебе говорю, ну хорошо. Да, я уже понял, на кого дополнительная жалоба будет. Не надо, подожди, сейчас, пару секунд. Сейчас я отомщу человеку. Верни меня, пожалуйста. Ангел Джер, тебя ретурнуть хорошо? Да, 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 сейчас я дела доделаю свои. А если он в машине сидит, ему урон не будет наноситься? Не-не-не, там все нормально. Ты верни меня, понаблюдаешь. Хорошо. Сука, ты будешь зубы в этой машине собирать. Пидорец мелкий, блядь. Я как бы предупреждал. Поехал. Сука, Канеки, и на моей машине едет. Да ты охуел. А не в моей тачке ездить. Еще один угон машины. Кукух, как живется. Да, он что-то систематически мою машину тырит после жалобы. Я не знаю, на что он обиделся, что ему надо от меня. И он потом удивляется, что его убивают. Привет, ангел. Да у него, видишь, какая профессия стоит. А что это значит? Это custom job. Custom job. Ну, изменение профессии. И в чем суть? Ну, типа, можно изменить, получается, уточнить смысл профессии через slash job. А он его меняет. Ага. А и что это за профа? Там, условно, это как за мэра диктатора поставить. Типа, хорошо, такого. А летун, что такое? А чего? Ну а что у него за профа? Суть ее какая? Летун, ну типа мафия, но я про это и говорил, custom job. Дайте объяснить, что я хотел понять. Давай, кто ты? Расскажи историю. Я настолько сильно научился паркурить, что я как будто уже по воздуху летаю, вот поэтому я сделал себе прозвище летуна. Да ты последний раз от подсрачников летаешь моих. Какой ты паркурист? Настолько хорошо паркуришь, что стал, ангел. Что меня называют летун. Я сделал себе прозвище летун. А ангел. А профессия паркурщика. Он думает же про него. Я летун мафия, потому что я граблю людей. Я граблю людей. Это у нас и паркурист, и мафия, я правильно понимаю. Я элитная мафия, я граблю людей, я с помощью паркура к ним залезаю в спину игра, и начинаю их связывать и граблю. Дядь, ты же 3 раза последних уже летал только на подсрачниках моих. Какой ты нахуй паркурист по воздуху летающий? Так, и жалоба получается. Ситуация, зачем ты в машину данного человека залазишь постоянно? Ты умер, там пришел, там машина стояла, ты мне раз залез. Тебе говорили выйти, ты еще раз залез. До твоей смерти ты зачем залазил в машину? Ну, я ее украл. В общественном месте. Вот вопросик, нюанс такой есть. Смотри, мы возле ТЦ находимся на улице, да, возле объясню, ПУ. Я хочу объяснить. Вот, я и получается объяснить. Так, то, что... Ну, подожди секунду. Он стоит в машине, сидя, вот, машина на улице. Я подхожу, говорю, это моя машина, отдай мне ее, и все. Он, это точно твоя машина? Говорит, да, это моя машина, просто вылези, отдай, я поеду по своим делам. Он берет, ну, грубо говоря, угон, совершает еще раз при всех людях и уезжает себя во своясь, потом получает пиздюлей. И отдает ее какому-то гулю или еще кому-то, я хз. Давай, короче, объясняй. Ну, это то же самое, но НРП, но оно у него не настакалось на рецидив. Это что? Это
за рецидив? А он мне рецидив, что ли, хочет приписать? Ну, при желании, конечно, можно и приписать рецидив. Тебя просто на НРП нарушено уже неоднократно. За нарушение, получается, от 7 раз, включительно 7, идет рецидив. Одного и того же правила. А что я нарушил такого на НРП? Но НРП и кастом джоб. Я украл у него но машину. Ты вот машину я... воруешь у человека. А что, аж почему бы и нет? В смысле, почему бы нет, но... люди машину? Они прям воруют при людях и в общественных местах, скажи, пожалуйста. Я на улице особенно, никого особенно не видел, на глазах владельца. Подожди, ты же стоял со мной говорил. Говорит. Ты же стоял ты со мной говорил на улице, сидя в машине. Я тебе говорил, то, что это моя машина, отдай мне я ее. Тебе, я хочу послушать, когда ты в пустыне уехал, и тебя там ставила тень лицом к стене. Вот до у этого... центра. Да, вот, возле ТЦ. Я же тебе говорил, что это моя машина. Ну, выйди но ты из нее. Но я в ней сидел уже давно. Да, да. Но тебя спалили на угоне уже в этот момент. И там было несколько людей. Хорошо, тогда другой вопрос. А почему ты сидел при свидетелях в машине в угнанной? Не-не-не-не-не. Ну, а сидеть-то оно знал, понятно. Да-да-да, он ее угнал. Почему но тут как бы... Не-не-не, тут прикапываться смысла нет. Людях? Ну, а как? Подожди. А на машине-то надо ехать. Ее никто не видел, как угнал. Никто мне не предъявлял, что угнал. Я могу в ней сидеть. Я его перебиваю, потому что я хочу пытаться вставить свои 5 копеек. Он раз на раз нахуяривает какие-то мне нарушения, пытается выбить рецидив. Как будто я пол сервера пересадал. Ну вот видишь, я вот об этом и что говорю. Он вставляет свои 5 копеек сам. Да что ты к этим 5 копейкам прицепился? Тебе что, денег мало? Короче. Хорошо, короче, секунду объясняю. Тогда. Тихо-тихо-тихо. Он же знал говорил. Не-не-не, я не буду стоять. Я буду, он уже достаточно наговорился. Он там мне наяривает нарушение. Меня послушай. Условное предупреждение начну тебя выдавать. Он говорил до твоих слов еще, а ты его перебил. Может, он договорит? Ну что там он уже говорит? Я пытаюсь объяснить я ему говорю ситуацию, о том, что он берет мне вторую ситуацию, по кидает. Улице, если он на машине едет угнанной, это окей, его... это абсолютно нормально. Все, вот. Давай, все, короче, я буду объяснять, он будет говорить, я не буду что-то... его если вы будете так объяснять, я вам на время жалобы выдаму, будьте в текстовый чат писать. Да, неадекватный тогда чел ему какой-то. Тоже мут, он меня перебивает. Я просто я не вот могу... Объяснить нормально. В его же защиту если как раз если он выключил свой микрофон, значит договорил. В его же защиту короче, ничего не объясняю. Могу сказать. Видишь, специально берет и поперек говорит. Да ты все говоришь, ты уже жалобу все сказал. Давай так я хотя все, бы начну говорить на все. Этой жалобе адекватно. Не все, я еще не до конца рассказал. Все, подожди, и все. Просто, ангел. У тебя в конце жалобы выйдет неадекват за перебивание администратора и игрока. Помеха жалобе. Не давали предупреждения. Помеха правил жалобе. Правил ни одного микрофона не включать. Ты не даешь нормально ничего сказать, о чем вообще дальше говорить. Он рассказывает мешаешь. Уже. Да ты, короче, сам закройся. Вот ты свои неадекваты засунь себе в попу, короче. Что еще расскажешь? Разбешиваешь прямо. Ты уже все, закройся, я уже говорю. Ты не плачь, главное, хорошо? Объясняю. Закрой свой рот. Ну подожди, пусть скажет. Ну. Короче, что, ну я понял то, что... первый раз ну, я украл машину. Я никого не видел, свидетелей. Я поехал, алло, на этой машине. Алло. Никто меня не спалил, получается. Поэтому и говорить, что я знаю в общественном месте, это на НРП, это полный бред, администратор. Вы... Второй момент. Нет. Я вот вышел. Ты останавливаешься и... говорить да с владельцем машины, ты. Получается. Когда я ему говорю прямо, что это моя машина, закройся. Он говорит, точно твоя машина. Он говорит, да нет, не остановлюсь тогда, не выйду. И уезжает. Ну, он же берет короче, специально не... провоцирует тем самым на то, чтобы он я его бахнул. Он меня сам перебивает специально. Администратор, вот. Выдай ему помеху, разборка мне неадекват. Он сам меня перебивает. А че, администратор, че ты строишься глазки такие? Удивление. Он перебивает меня на всю жалобу, я не могу ничего сказать нормально. Закрой свой хлебальце. Короче, я буду его игнорировать, я буду тебе рассказывать. Мне плевать, что он там будет тебе поперек, ты не услышишь. Мне плевать, я буду тебе рассказывать, как администратор ты услышишь. Я буду тебе говорить, короче. Ты полудурок, блять, когда ты всё, заткнешься молодец. Уже нахуй. Коротконогий пидор ебаный. Ты не да. Ты мне не давал говорить всю жалобу. Я ты уже наговорился. Все, либо мне ему выдавать неадекват. Либо меня слушаем и.
Слушай, я никому не адекват не выдаем. Он тебе тоже набился. Ну, я угнал машину, никто не видел. Я не выставлял на показ. Куча людей видела, и свидетелями была того, что я тебе говорю, что это моя машина, я тебя прошу выйти из нее. Ты берешь и уезжаешь. Никто не видел в момент угона, то, что я угнал машину. Не момент угона, тебя спалили на том, что ты угнал машину возле ТЦ. Тебе говорят выйти из машины, ты не слушаешься, говоришь нет и уезжаешь. А я не угонял ее. Ты угонял ее. Зачем ты обманываешь? Я ее не угнал у ТЦ, я ее угнал вроде бы, даже на подъемке пересмотреть. Ты на машине угнанной ездишь. Соответственно, ты угонщик. Я все. Ты угонщик. Я у ТЦ ее не угонял. Все, что ты споришь? Я на ней катался долгое время перед Но тем, ты как угнал я у ТЦ машину, и ты на ней катаешься. Ты угонщик машины. Я тебя посмотрю по демке, я не помню уже сейчас. Ну а я зато помню без демок всяких, то что ты угнал машину. Ты катаешься на чужой машине просто так. Я помню, что я украл машину, но я не помню, где он воду я льет. Ее украл. Слышишь, он воду льет. Я думаю, стоит уже время не тратить, а просто решать. Меня лично не доставляет вот это сидеть, разбираться 300 раз твердолобому доказывать что-то. Все, а то помехи неадеквата нету. Я либо ему выдавай, и мне выдавай неадекват. Профессию я свою не понимаю, меня. Но нет у нас элитной мафии с летун. Ну, но это... я паркур взял в свои руки, у меня есть паркур. Паркур. Я у меня тоже есть паркур, паркур. Мне за админа тоже летун поставить? Это подходит под смысл профессии. Для чего она существует? Именно какой нахуй летун? Какой нахуй летун? Что ты несешь? Да, короче, я тебя не слушаю. Все, я тебя не слушаю, колоче. Я тебя, колоче, не слушаю. Короче, администратор CGI тут нету. Неадеквата нету, потому что он меня тоже перебивал. Если мне и выдавать неадекват, то выдай ему неадекват. Слышишь, ты же понимаешь, что ты, блядь, не на рынке. Ты торговаться тут не будешь. Типа, если мне вот это, то ему вот ну, это. Ну торгуйся, выдавать. Я буду торгуться. Торгуться. Я прошу. Я хочу ему тоже выдать. Как хорошо, что школа скоро, я таких ёбаных, как ты, не увижу. Ну хотя бы до вечера. Не коверка, я хотя бы внятно в отличие от тебя говорю. А, внятно говоришь? Я тебя половину слов не понимаю, блядь. Так это из-за войс-мода, а не из-за того, что я разговариваю. Я с войс-модом внятнее разговариваю, выражаю мысли, чем ты без него. Осознай боль. Я тебе, Серёна, сейчас поставлю войс-мод, я буду тебе говорить так же, как ты мне говоришь. Давай ставь, давай, попробуй. Попробуй ставить. На жалобе. Ну, а что ты меня провоцируешь? На что? Что ты меня провоцируешь? Ты же сам сказал, то что ставить. Ты мне хочешь нарушение выведать? Душнила совсем что ли? Неадекватный? Ты сам сказал, я сейчас поставлю voice mod. Ну ставь, бери, чё. Я тебе кто-то могу за язык поставить, тянул. Но администратор это не зачитает за нарушение. Если ставишь нарушение, ты не хочешь так сказать нарушение. Я уже забыл да про это. Да ты задыхаешься правило. Уже, сколько можно? Когда ты замолчишь? Бля, закрой свой хлебальник, да нахуй, болею. Ты только не плачь, пожалуйста, я закроюсь, я закроюсь. Ты только главное не плакай, хорошо? Мышь ебаная под огушей сидит, блядь, постоянно. У него тоже, у него оса, неадекват, ну, что как там? Бы, все, моя работа выполнена, ну, можете выдавать, собственно, тогда вернешь меня? Ну, у него тоже оса, я оскорблял его в ответ только. Да сейчас тебя никто не оскорблял, это по факту, ты сам начал обзываться. Ты меня оскорблял, у него неадекват тоже выдай. Ну, вот именно, все, да, добились. То, что тебя банят на 12 часов, либо на час, либо меня банят. У меня тоже неадекват выходит. Я просто пойду. Ну да. А у него рецидив, правильно? Попался. Ну ладно, выдавай тогда ему рецидив, мне неадекват и все. Удачи, молодой чебупель. Я просто давай, давай, сын наркоманов. О, ОСАР, администратор, заметил, ОСАР. Меня... Вот этот осел какой-то малолетний, который поймет, что несет. Какой-то летун дополнил суть профессии, летающий, блядь, элитная мафия. Ну, сука, это ж реально сын наркоманов каких-то, блядь, вонючих. Ты очень много пропустил, ты видел? Просто. Тупой пи***а какой-то мелкий. Да. Хорошо, что школа начинается, я этого ублюдка хотя бы, ну, в обед и вечером видеть не могу. Не, ну это, конечно, вообще комик чисто какой-то, клоун. Такую хуйню надо было выдумать еще. Это ж вы понимаете, он же, ну, воображает то, что он там не какой-то крутой мафиози бегает. Подписал себе, сука, в работу в названии летун. И он думает, что это прикольно как-то. А это, блядь, кринжатина какая-то ебаная. Ладно, я понимаю, там мэр себе диктатора пишет. Ну, чтобы иметь полномочия диктатора. А это что, блядь? Ты ебаный просто микробандит ушастый, блядь. Какой ты там летун.
понаделают дебилов на пьяную голову, а ты потом с ними тут в DarkRP разбирайся. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в Телеграме. Отдельное спасибо Сане Санчо, Никите Ехимчуку, Хорни Девилу, Илье, Гольфбеллу, Юрию, Бенни, Делару, Айтвальсу, Кириллу, Титан Пропану и Сварите Макароны, а также остальным ребятам у вас на экранах.